не знаю, как они преподносят это все, то есть, что это люди приехали захватить Крым, и так вот показывают это все на территории Российской Федерации, что поэтому много дезинформации. Так же самое на Восточную Украину свозят автобусы с Российской Федерации с людьми, вот, с теми же тетушками, которые под видом населения Восточной Украины выступают за соединение с Россией. Поэтому очень много дезинформации, не стоит поддаваться на провокации. Синдром, можешь додати щось? Да, я хочу добавить, что я родился и вырос в городе Алушта. Никогда у нас не было никакой межнациональной разни. Всегда мы жили, понимали друг друга. У нас царила хорошая, добрая, приятная, гостеприимная атмосфера. Мы всегда были рады тем туристам, которые иностранным, которые к нам приезжают. И хотелось бы мира, хотелось бы, чтобы никакого силового конфликта, никакой войны не было. Хотелось бы, чтобы Крым процветал, был стабильной территорией нашего государства Украины и создавался благоприятный инвестиционный климат в Крыму. Мы уважаем, любим россиян, которые к нам приезжают. Мы братские народы с ними. И никакого негатива ни к россиянам, ни к украинцам у нас никогда не было. С какой-то категории людей, конечно, создался мифический какой-то враг, который несет угрозу обществу Западной Украины. Другой категории общества создался мифический враг татарин, который готов затеять в Крыму межнациональную войну, но все это дезинформация, это не соответствует действительности. Крым территория стабильности, многонациональная автономия. Хотелось бы, чтобы там мир был, чтобы царила приятная, духовная и дружеская атмосфера. Да, и что по поводу того, что гражданам Российской Федерации, которые проживают в Крыму, какая-то опасность, то есть скажу с уверенностью, что никакой опасности ни со стороны каких-либо радикалов, которые, как обещали, приедут в Крым, ни со стороны крымских татар, которые, то есть, очень мирно себя ведут, и то есть, никакой, это все дезинформация. Поэтому не стоит воспринимать, и надо сказать то, что показывают по телевизору, и как это преподносится. На самом деле там все спокойно, никаким, ну, никому из граждан Российской Федерации, в том числе, нет опасности. Здоровья, поэтому... Дякую вам, хлопці. Це нам сказали Сандро і Артем, активісти громадського руху молодіжного з Криму. Вони щойно звітом і от таку інформацію вони нам принесли. Дякую вам.